Ярославские охотники готовят оружие, чистят ружья, собирают справки. В этом году сезон охоты на пернатых откроется в субботу, 19 апреля. Разрешена будет добыча вальдшнепа, гуся, селезня, глухаря и тетерева. На сегодняшний день официально получивших право на выстрел в области 25 тысяч. Но в последние годы пострелять к нам активно ездят и из соседних областей. Больше всего заезжих охотников из Москвы. За 10 дней сезона в ярославских лесах их побывает немало. Благо, разрешенная для отстрела живность распределена по нашей области достаточно равномерно. Так что места хватит всем. Например, по глухарю, конечно, север области. Это Первомайский район, Любимский, Пошехонский. Глухарь – птица таежная. А, например, по тому же гусю, это опять традиционно Ростовский район, Гавриилоямский район, ну, отчасти Ярославский, Заволжье, Некрасовский. Вот такие. А вальдшнеп, он у нас распространен по области равномерно. Практически в любой лес приходишь и услышишь, и увидишь, и стрельнешь.